И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. Вескер с вами на связи. Ну а мы продолжаем прохождение Tomb Raider. И в этот раз у нас сразу два с вами важных задания по поиску легендарных артефактов. Так, это пещера Черп теперь называется. Тут мы все забрали. Так, первое задание — это сюжетное. А надо нам сначала бы сделать... Так, а где у них эти мелкие задания-то? Нам дали два задания с вами по поиску. Найдите начало пути Хуракана. Найти начало пути, а где бы его искать? Так. Свобода. Освободите четырех мятежников. Вот этим можно сейчас заняться. Оно прямо здесь. Это хорошо. Даже далеко тащиться не нужно. Заодно и пособираем местные ресурсики. Так. Прям подземное капище. Респект. Тут и источник воды есть. О. Секта наверняка торжествует победу. Страшно подумать, насколько им это выгодно. Многие перейдут на их сторону. Ага, все любят победителей. А пленные бунтовщики? Их же показательно казнят. Сейчас нам не до этого. Боже, какой ужас. Хочешь воспитать обезьяну, кази ей подобных. Старый принцип диктатур. Не могу отрицать, что он не рабочий. Он реально рабочий. Так, главное, что у нас все остальное есть, и оно работает. Перепрогрузку делать не будем, поскольку в ней формально нет смысла для меня. Хочу убедиться, что тут нет никаких проходов. Чтоб когда они появятся, я говорил, а я это свидел, что здесь ничего нет. Да, Кики-чану. Кики-чану, Джеки-чану. Идемте отсюда. Ладно, давайте начнем с мелочевки. Первый, прямо за рынком. Молодец. А ну не говорить мне, я на закрытом задании, не палите меня, барышни. Палит, палит. Том удивляется, что это их никто не защищает. А потом выясняется, что и не за что их защищать. Палит всех подряд. Так, дальше по течению. Должен быть первый вот здесь вот. А, вот, вижу его. Будь они прокляты. Как мне тебя сделать? Ты наконец пришла убить меня? Я не служу культу. Я пришла спасти тебя. Это
отличная маскировка. Теперь ты сможешь освободить других и найти Калкуи? Надеюсь, но я не знаю, что с ним сейчас. Он жив. Калкуи жив. В суматохе я слышал, как он кричал, приказывая нам отступать. Я уверен, он жив. Так, Калкуи жив. Прекрасно. Начнем его поиски тогда. Следующий. Да, Кунымата. Так, пока я не иду через этот мост, на меня ни хрен реагируют. Хорошо. Это успокаивает. Вот второй. Почему около водоема? Вот помрет человек, вода отравится. Да, конечно, здесь текущая вода, но все же. Зря тратишь время. Я ничего тебе не скажу. Я пришла не допрашивать тебя, а освободить. Подкуп? Лучше умереть, чем стать предателем. Не сомневаюсь. Но я друг. Спасибо, друг. Иди, я не буду следить за тобой. Вы с друзьями в безопасности. Нет, сектанты нас ждали. Среди мятежников есть шпион. Дайте угадаю, номер пятый? Ну если пятого нигде нет, то логично, что он их сдал. Логично. Вот, вот эти два уже поставлю так, где, ну логично делать это было бы. Я прям Коль должен на него смотреть сейчас. Вот он. Давай идти, мисс Крут. Мать, отец, мы скоро встретимся. Так, ну-ка, хватит писать преждевременное завещание. Еще рано пока что. Та жизнь уже кончена? Нет, пока еще. И призрак? Если бы. Нет, я еще как жива. Как и ты. Смертный и бессмертный. Ну вот, ты свободен. Да, я свободен. Но опять же, заметьте, у источника воды. Опять у источника воды. Вот до хрена. Ну ладно, у этого обезвоживания. Я могу понять, почему он так медленно идет. Да, пососать тут чупа-чуп, спасибо. Он еще думает, что мы все-таки враги. Но нет, я могу его понять. Это правильная реакция, подозрение и все такое. Последний где-то здесь должен быть. Прямо должен быть прямо надо мной, наверное. Трусы. Мы все. Мы заслужили это. Мы не выполнили свою задачу. Не суди себя так строго. Действительно. Ты еще успеешь вступить в бой. Мы не стали сопротивляться, а сразу сдались, когда нас окружили. Мы отправились на смерть, не пролив ни капли крови. Вернитесь к Поме. Сейчас вернемся, сдадим задание ему. Потом пойдем искать следующий номер. Реально непонятно, где находится номер пятый. Ну, кстати, темнее стало. Видимо, вечереет. То есть, когда ты выполняешь, идешь по сюжету, потихонечку...
Это не весь город? Ну-ка, вот это я обязан сфоткать сейчас. Я думал, все, это мелочь. А оказывается, за мной находится огромная пирамида? Вот это фон, я вам скажу. Так. О, так, а если поиграться с фильтрами? Нет, фильтры плохие. Но хороший кадр, мне понравился. Ладно, идемте, отдадим Поми ее должное. Я думал, можно. Но, походу, нет. Так, как мне отсюда выбраться? Это госпиталь. Ней! Так. А вот это интересно. Я могу сюда залезать? А зачем я могу? Нет, не получилось забраться. Ну ладно. Но попытка была неплохой. Ага, мне туда. Можно я сравню? Угу. А вот заметьте, как думаете, нас... Мы прям как братья-близнецы. Одинаковый рост, одинаковая расцветка. Все одинаковое, даже рожа одинаковая. Вообще никто не отличит. Братья-близнецы. Кровь честеры. Заказчик задания? Любопытно. Давайте заодно возьмем, послушаем. Что ты делаешь? Я пытаюсь прочитать эту тупую фреску. Авиль, будь вежливей. Прости, Ахау. Я не хочу оскорбить Кукулькана. Я изучаю фрески, чтобы стать змеиным стражем, как мой отец. Уверена, он тобой очень гордится. Но что, если я не понимаю, чему они должны меня научить? Может, я помогу тебе? Как думаешь, твой отец будет против? Правда мою? Дитя, я уверена, твой отец был бы рад узнать, что Ахау помогает тебе. Отлично. Часть первой фрески я поняла. Это вода. Ну, что-то насчет воды, кажется. А остальные я еще не смотрела. Давай я схожу, изучу все эти фрески, а когда вернусь, мы их с тобой обсудим. Буду тут. Кстати, я Лара. Авиль. Так, хорошо, расшифруйте три фрески. Раз, два, три. Ладно, давайте сначала задание сдам, потом уже сюда нырнем. Как говорится, все хорошо, это постепенное. Ну, в принципе, да. Помочь девочке тоже надо. Походу, опять...
третий выполняем ежедневные задания по поиску всех подряд. Нет, это правильно, конечно. Так. Спокойно, не разбейся. Я все же не верю, чтобы вот так легко могли не найти место укрытия. Это же маленький городок. Да, тут гигантская пирамида есть, но это не отменяет того факта, что это... Гигантская пирамида — это как, не знаю, как место единственный магазин во всей деревне. Тот же самый принцип. Я освободила твоих друзей, и еще у меня хорошие новости. Колкуи жив. Он был впереди, когда остальных окружили. Он их предупредил и убежал. Отлично. Есть одна проблема. Среди мятежников может быть предатель. Я знаю. Я выяснил, кто это. И я лично удостоверюсь, что он получит по заслугам. Ладно. Вот, возьми это, в награду. Я благодарен тебе за помощь. Если ты права насчет Калкуи, то он наверняка в убежище в горах. Найдешь его? Скажи, что мы укрылись в пещере черепа. Я его найду. Как раз сейчас пройду, соберу все пресочки и к нему зайдем. Да, я не хочу делать грёбную прогрузку, мне это вообще не интересно. Потерпим. Мне не интересны ваши костюмы, я так хожу в этой чертовой кукульканской одежде. Да, я пролезу. Не заполняй дорогу. Трафик искусственную попку делает. Еще на меня жаловаться смеет. Ха. Так. Привет. Раньше мы с Эцли все время играли вместе. Но в последнее время я совсем... Да-да-да-да-да. Любовник твой растет. Ему сейчас не до тебя. Нет, ну, в принципе, так-то, ну, и есть... Откройся. Кто-то разобрал эту портативную рацию на части. Может, кто-то пытался разобраться в ее устройстве? Старуха-контрабандист. Я уверен, это делала старушка-контрабандист. Кстати, а рация-то детально воспроизведена. Если кто вдруг думает, откуда я знаю, как устроена рация, пожалуйста, посмотрите наш видео, посвященное... Пайки радио. Буду очень признателен. И поставьте там лайк, пожалуйста. Ну, не только паяли радио, мы паяли елочку электрическую маленькую. Хорошую, все рабочую. Вот это вот для батарейки. Вот это и есть сама батарея. А, нет, это плашка для батареи, куда они вставляются. Но тут еще полно секретов, которых я не знаю. Город не полностью изучен.
есть, но... Ага. Да. Бачи, хастикан сумуцунтуби. Вот сейчас вот это открыто. Вот это и есть убежище. Чую ловушку. Калкуи. Калкуи. Калкуи пришел, пока ты спасала других. Мы не знали, что он воин Ягуара. Он сказал, что заплатит, и я не отказался. Отказаться стоило, Пома. Кукулькан ненавидит чужаков и предателей. Кубабах бейю. Смерть тем, кто против Кукулькана. Чужестранка. О ней говорил Кукулькан. Убить ее! Так, есть. А, вот оно как. Честно говоря, он был вторым вариантом, но он заслужил. То есть, я говорю, все, убежище сдано. Надо опять переезжать. За что он... Интересно, на что он их променял? За плошку Маиса? Чашу Маиса и кукульканскую жену? Было бы забавно, кстати. Хороший мем. Обновление по-маиски. Калкуи. Калкуи пришел, пока ты спасала других. Мы не знали, что он воин Ягуара. Он сказал, что заплатит, и я не отказался. Отказаться стоило, Пома. Кукулькан ненавидит чужаков и предателей. Смерть тем, кто против Кукулькана! Чужестранка! О ней говорил Кукулькан! Убить ее! Давай! Есть! Отлично. Вот это удар. Давай. Есть. Да ладно! Лара! Чёрт. Так, где последний? Да зараза-то! Чёрт, они все снизу идут. А можно переключиться на ее любимое оружие, нет? Ну и где вы? Ага, вижу. Вот так. Ой, дед. Давай, есть. Давай, Лара. Я пытаюсь лечиться, мне нечем лечиться.
Вот так вот. Давай, уклоняйся, Лара. Давай. Нельзя помирать. Да вы издеваетесь! Да, зараза, уклоняйся! Вот тебе по яйцам ахиллесовым. А ну иди сюда. Да вы издеваетесь, сколько их здесь? Мне что, со всеми разбираться здесь надо? Давай, иди сюда. Хорошо покачал эту штуку. Полезно оказалось. Еще? И сколько у вас тут? Иди сюда. Ну давайте уж, идите тогда все. Меня тут на всех хватит. Они с собой зарплату таскают, забавно. Ну и где этот? Кукулькан очень богатый, я согласен. Спасите Колкуй. От чего я его только спас, я не пойму. И... В том плане, что здесь некого мне больше искать и ловить. Вот. Давайте поищем. Вот топцы, видите, сколько валяется. Бери, собирай. Пусть поработает. Надо будет, кстати, пособирать теперь ресурсиков. Я не думал, что вот эта вот фигня с замедлением так дорого стоит. Надо будет и поберечь. Ее поберечь надо будет. Так, ну что-нибудь еще интересное есть? Вот там и вот стрелы есть, надо взять. Так. Ну, справились со второй попытки, неплохо, причем, кстати, хорошо продержались. Я был чисто в шоке от происходящего, и все, не более или менее. Немножко удивлен, немножко растерян. Но зато это объясняет, что это теперь за чату в зал. Там еще внизу есть какой-то проход.
Надо сейчас поискать бы его, кстати. Да, там есть какой-то проход, только непонятно откуда и куда он ведет. Ну не буду же рисовать проход, который, ну, я не могу открыть. Должно же быть что-то. Я говорю, хреновый лаводизайн. Видите, вот там есть коридор и проход. И она технически может здесь зацепиться, но она не будет. И тут не будет. А вот это именно тот самый проход, о котором идет речь. Ну ладно, не будет, так не будет. Мне больше достанется потом. По сюжету. И сколько мы с вами тут? Так, а где этот? Колкуи находится. Так, это второе задание. А, это я выполнил уже. Вот давай теперь начнем с древней науки. Она как раз по пути сейчас будет там. Прогуляемся, подышим городским... Стоп, назад! Назад, тащи! Я только сейчас заметил, назад, тащи свою задницу! Я что, от золота откажусь? Да никогда в жизни. Золото и серебро. Одни из святых постулатов Роберта Киосаки и Дональда Трампа. Так, кораллы, замедляющие время. Берем. И золотую жилу тоже нельзя забывать. А, это нефрит. Ну тоже хорошо, он дороже, кстати, стоит. Давай, вылезай, кулькулькан недоделанный наша. Так, где это первое? Чуть дальше по коридору. Чуть дальше по коридору на третьем мосточке. Та-там-та-там. Ага, прям по коридору. Прекрасно. А, нет, выше. Еще один заказчик заданий. Привет. Приветствую тебя, Ахау. Ты уже знаешь, какой кошмар. Сумака убил его же слуга. Он такого не заслуживал. Ты знаешь Сумака? Все знают Сумака. Он был моим наставником и партнером. Он помог мне открыть свое дело. В верхнем квартале невозможно вести торговлю без связей. Сумак во всем мне помогал. Я выясню, что произошло. Спасибо, Ахау.
Прости, Ахау, но сюда нельзя. Толпа в ярости. Если я отойду, они ворвутся внутрь. Может, я их как-нибудь отвлеку? Хорошая идея, Ахау. Ужасно. Я должен повидать Шоко. Тебе разве не сообщили о смерти Сумака? Сообщили, Аха. Он был хорошим человеком. Верно. Нужно сыграть прощальную песнь и проводить его в другую жизнь. Да, Аха, я сыграю. Идите. Бухач уже начался. Все спокойно. Заходи. Как это случилось? Когда мы пришли, Шока, хозяйка дома, спорила с Тарукой, своим слугой. Тело Сумака лежало между ними. Тарука был весь в крови. Шока видела, как его убили? Нет, она пришла с рынка и увидела Таруку, стоящего над Сумаком. Тарука сознался? Говорит, что невиновен, но теперь пришла ты, Ахау. Мало кто осмелится врать под взором богов. Если признается, поговори с расследователем Покалем. Он около... Около где? О, Ахау, прошу, пощади. Клянусь, я не убивал хозяина. Успокойся, Тарука. Расскажи, что случилось. Я пришел с работы в полях и услышал какой-то громкий звук, будто ворота захлопнулись. Я прибежал и увидел Сумака всего в крови. Его закололи. Я пытался остановить кровь, но он уже был мертв. Вот почему твои руки в крови. Ахао, прошу, поверь мне. Если у меня будут еще вопросы, я вернусь. Как я говорил, руки слуги Таруки были испачканы в крови. Да, потому что он занимался реанимацией. Уверен, ты сможешь доказать, что я этого не делал. Привет. Шоко? Да, Ахау. Да, тебе тяжело, но ты должна рассказать, что случилось. Я была на рынке с... О, бедный Сумак. Не спеши. Давай с самого начала. Ты была на рынке? Да, с Акной. Хотела сделать покчук. Мой муж очень его любил. Акна? Это моя служанка. Что произошло дома? На кухне я увидела Таруку, стоящего над Сумаком. Его руки были в крови моего мужа. Я закричала, и прибежали стражники. У него было оружие? Нет. Когда ты пришла, ты не слышала громкий хлопок? Нет, конечно, нет. А Акна? При чем тут Акна? Она была со мной, мы вместе ходили на рынок. Где она сейчас? У себя в комнате. Все это очень ее потрясло. Я поговорю с ней. Но, да, конечно. Как скажешь, Ахао. Вы уже поняли, кто убийца, да? О, это я заберу. Так, это труп. Приветствую. Что ты выяснил, Покаль? Сумака несколько раз ударили в шею чем-то очень острым и тонким. Вроде стрелы или ножа? Возможно, но оружие мы не нашли, хотя и обыскали комнату. Значит, убийца забрал его с собой. Я могу взглянуть на тело? Конечно. И пусть боги позволят тебе увидеть то, что я не могу. Учись, местный коронер, как работать надо. Для такой раны здесь маловато крови. Я говорю, его убили где-то в другом месте. Там что-то есть. Тело тащили. Мне никогда это не отмыть. Я... Привет, Акна. О, Ахао. Прости, я приняла тебя за хозяйку. У меня есть к тебе пара вопросов. Я ничего не знаю. Я никогда ничего не знаю. Да. Ворота открываются? Ворота? Нет. Они сломаны. Сломаны. Уже давно сломаны. Акна.
Поищу обходной путь. Конечно, ничего не отмывается. Естественно, ничего не отмывается. Как же можно это отмыть-то? Рано или поздно это бы случилось? Ахау, приветствую. Так это правда? Сумок убит? Да, я ищу Акну. У меня есть пара вопросов. Служанку? Я бы не тратила на нее время. Она ничего не знает. Она даже не замечает, что творится у нее под носом. О чем ты? Прости, Ахау, это не мое дело. Если что-то знаешь, говори. Да, действительно. Скажем так, брак Шока и Сумака был не слишком полон страсти. Да. Шока всегда нравился Икаль. Икаль? Партнер Сумака. Они были друзьями? Я думаю, больше, чем друзьями. Спасибо за сведения. Рада помочь, Ахау. Моя теория начинает выкладываться. Прям стильный ровный рисунок победы для меня. Помните, мы тут как уже проходили один раз? Было... Так. Ну и что тут раз? Кто-то копал здесь недавно. Ну и чего ты тут от меня прячешь? Похоже, убили его этим ножом. Положи, не трогай. Хозяйка сказала, если это увидит, она попадет в беду. Почему попадет в беду? Да. Прошу, Ахао, не заставляй меня, если с хозяйкой что-то случится. Ты должна мне все рассказать. Хозяйка не ходила со мной на рынок. Когда я вернулась в свою комнату, ворота были сломаны и повсюду была кровь. Хозяйка позвала стражников и отдала мне нож, чтобы я спрятала. Мне так жаль. Спасибо за честность, Акна. Прошу. Прости меня, Хао. Пожалуйста. Теперь Шока будут судить. Вот и все. Ой, дверка заработала. О, это что у нас? Снова кровь. Кто-то пытался ее отмыть. Видимо, здесь убили Сумака. Ага. Я ничего не знаю. Я никогда ничего не знаю. Это типичная рабыня. Тарука виновна, Хао. Я уверена. Видимо, тело передвинули. Точнее, скинули. Да, Хао. Кто-нибудь видел Шока на рынке, когда случилось убийство? Она была со своей служанкой Акной. А что? Тарука говорит, что слышал, как хлопнули ворота. Поэтому он побежал и нашел тело. После этого пришла Шоко. Верно. Так где орудие убийства? Мы обыскали весь дом. Тут его нет. Мы что-то упускаем. Я поговорю с Акной. Вдруг она что-то знает. Как скажешь, Ахао. Вот настоящее следствие. Пакаль, Тарука не виновен. Сумака убила его жена Шока. Я нашла ее нож. Взять ее! Нет! Да! Шоко не ходила на рынок. Она подождала, пока Акна и Тарука уйдут, а потом несколько раз ударила Сумака в шею. Это ложь! Сумак упал там, в проходе. Шоко перенесла тело туда, где его бы нашел Тарука. Ты лжешь! Затем она силой захлопнула ворота, чтобы привлечь внимание Таруки. Она отдала нож Акне, приказав его спрятать, и обвинила Таруку в убийстве. Тихо. Разберемся с тобой. Да. Пожалуйста, прими это в знак благодарности. Намасте.
Ты свободен. Тарука, ты можешь идти. Спасибо, Ахау. Иногда справедливость берет верх. Иногда. Да, но в большинстве своем ее, к сожалению, хоронят тупые, злачные, богатые люди. Тупые, злачно богатые, а не просто богатые. Не путайте, пожалуйста. Не все богачи плохие. Вот тебе, мразь поганая. Я сразу понял, кто убийца, как только я начал с ней говорить. Мразота поганая. Он стирает тьму и приносит день. Это про солнце. Бога солнца зовут Кини Чахау. Ну, огонь тоже работает. Так. Следующая фресочка у нас. Так, минуточку. Вдовьи слезы. Древняя наука. Расшифруйте фрески. Вот это сейчас давайте отслеживать. Так, идемте дальше. Так, нет, это не сюда. Так, где-то... Может, зато колечко найдем? О, мне же с тобой поговорить надо. Шоко убийца? Да. Не могу. Бедный Сумок. Не верю, что это происходит. Я буду скучать по другу. Что поделаешь, таковы они, стервозные барышни, жаждущие до человеческих ресурсов. Все они такие, ребят. Не каждая, но только мегероподобные. Именно мегероподобные. Содержанки и кукушки до такого не доходят. Кукушкам нужен член, а содержанкам деньги. Если не находят, они идут другого. Спокойно все, они как-то более адекватно. А вот мегеры любят наслаждаться человеческими страданиями и мухами. А, хулиха. Сколько уже записываем? О, 47 минут уже записываем. Ладно, давайте пока до этого с вами сегодня закончим. У нас сегодня прямо полноценное спасение, слышь, расследование. Сегодня вышло. Ребят, надеюсь, что вам было интересно. Если вы поняли, кто убийца сразу, напишите об этом в комментарии. Ну, а если вы не поняли, то скажите, на каком моменте вы поняли. Не считая финал. Финал, понятное дело. Но все же... Интересное такое следствие. В рамках закрытой локации быстренько все проверить, найти и готово. Вот реально, еще самое глупое, закопать нож в саду. Тут, у тебя тут рядом гигантская река. Заметни как можно дальше, ты на вершине холма. Более эффективный способ. Да, есть, конечно, риск того, что ты кому-то в шею попадешь, что... Опять же, сначала докажи, чей это нож. Летел с воздуха, не знаю откуда. Мало ли там с неба упал, птица винесила. О, тут же местное какое следствие. А тут взять, закопать прямо под дом. Ой, это тупая бабуща. Так, иначе, ребят, всем большое спасибо. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм, ссылочки все в описании. Всем до скорой встречи, всем пока, удачи. Увидимся.